Готовлю любимый пирожок моих дорогих внуков. Вот подготовила специально форму, в которой я буду выпекать. Донышко и краешки смазала маслом. Натерла 4 яблочка кисленьких и еще сбрызнула их лимонным соком для того, чтобы они не чернели, не темнели. В отдельной миске приготовила творожок, добавила туда изюм, ванильный сахар и немножечко сахара по вкусу. Вот насыпала первый слой, 1,5 стакана сухой смеси, мука, манка, сахар. Постаралась как можно более равномерно разложить слой творожка. Теперь наверх буду выкладывать еще один слой сухой смеси. Закрыла творожок. Не обязательно, чтобы это было очень-очень-очень ровно, потому что следующий ряд это будут уже яблоки нарезанные. Вот слой натертых яблок с лимоном. С лимонным соком. Теперь будем покрывать сверху последним слоем сухих ингредиентов. Последний слой сухих ингредиентов я высыпала в дечко мое, в котором буду выпекать. Забыла сказать, что плита у меня разогревается на 180 градусов. Уже она полностью разогрета, готова к тому, чтобы в ней печь. Вот заливка из молока и масла растопленного. Сейчас будем заливать этим вот этот последний слой пирога. И обязательно надо будет потыкать вилочкой, чтобы вот эта заливка прошла до самого дна. Вот так это выглядит в сыром виде. И я протыкиваю вилочкой, протыкаю, чтобы эта заливка прошла до самого низа дечки. Сверху весь этот пирожок посыпаю кунжутом. Я очень люблю кунжут и в булочках, и в печенье, и по возможности добавляю его. А вы как хотите, кто не любит, может не добавлять. Ставлю пирожок в разогретую духовку на 40-45 минут. Пробовать можно потом шпажкой, готово или не готово. Если я беру большее количество продуктов, то я ставлю тогда на 50 минут. Но все зависит от того, у кого какая духовка. Ставлю в разогретую духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут. Вот наш пирожок готов. Я его проверила шпажкой. Все готово, все хорошо. Но я его не вытягиваю сразу из духовки, чтобы он дошел, чтобы все слои дошли. Пару минут должен постоять в духовке еще. Вот какой замечательный получился у нас пирожок, или можно даже сказать тортик. Хорошо видны все слои. Творожный. Сверху яблочный слой, как будто бы крем. Он очень мягкий, вкусный. Замечательный, в меру сладкий и хорошо очень пахнет. Приятного аппетита!